Стальные тросы. Они тянут вагончики фуникулеров и клети подъемников в шахтах. Они держат мосты и водят паромы. На эти ляжет железобетонная крыша. А ведь плетутся они из проволоки. Потому-то и ищут постоянно ученые, как проволоку сделать прочнее. О прочности можно судить по микроструктуре. Были зерна такими. А после закалки приобрели пластинчатую форму, уменьшились в размерах. В Украинском институте металлофизики в лаборатории академика Виталия Никифоровича Гриднева обратили внимание на интересное явление. Проволока, быстро нагретая с помощью электричества, при закалке обретает особую прочность. Смотрите, эта проволока обработана по-старому. А это с помощью электронагрева. Прочность значительно выше. Это и понятно. Взгляните на микроструктуру. Зерна совсем мелкие. И вот уже первые шаги к новой технологии. Эта установка экспериментальная, но есть и промышленная. Она работает на Волгоградском сталепроволочно-канатном заводе.